Всем здорово, записал я для вас видео, сейчас я его буду комментировать, просто получилась спонтанная запись. Вот в этом вот моменте, видите, я заработал 385 евро. Нашел отличный скальпинг, нашел ситуацию, включил запись и начал зарабатывать. Смотрите, вот здесь взял на понижение, график пошел дальше, взял догон, и догон у нас заходит. Здесь я буду пытаться ловить, тренд сейчас будет идти вверх. Я буду пытаться ловить откаты. Вот здесь вот я жду повышения. Вот здесь захожу, неудачно захожу. Здесь хотел брать догон, догон не взял. Думал, график опустится, график не опустился. Так, сделка у нас не заходит. Вот здесь я опять хочу выждать откат и опять поставить на понижение. Вот здесь вот ставлю на понижение. График продолжает идти вверх. Уже вырисовывается у нас определенный тренд. Могла бы сделка зайти, не повезло, сделка не заходит. И вот здесь уже я уже ставлю по тренду, иду на повышение. Так, здесь у нас сделка заходит. И смотрите, что происходит. Происходит резкое падение. Я вот здесь вот успеваю брать на повышение. Так как видите тенденцию. Вот здесь я заработал. И вот здесь вот резко взял. Вот могла бы зайти еще первая сделка. Первая не заходит. Так, у меня вообще была цель до 3000 евро сделать. Вот здесь я опять выжидаю повышение. И буду ставить на понижение. Захожу на 20 евро. Вот здесь вот выждал повышение. Захожу на 20 евро. На понижение. Вот такая вот, народ, получилась торговля. Чисто спонтанно решил для вас записать видео. Включил запись. И вот так вот я ее прокомментировал. Вот смотрите сделки. Вот первую сделку, которую я не записал, вот она, по 20 евро я ставил и заработал 355. Вот такая вот, народ, получилась торговля. С вами был Рэпер Трейдер. Всем пока.